В этом видео хочу вам дать несколько подсказок, ответов на важнейшие вопросы по работе с юбками облака и с платьем облака. Один из наболевших вопросов – это сколько из скольки слоев состоит подобный рюш, как его сделать, какой расход, какая ширина. То есть, как вы понимаете, это не один, это уже целый ряд вопросов. Что делаю я сейчас? У меня сейчас задача сделать рюш однослойный шириной 5 сантиметров. Вот моя полоса из фатина шириной 5 сантиметров, а длина этой полосы, это на всю ширину рулона, выкраивается вот таким вот образом. То есть у нас ширина фатина 3 метра, 300 сантиметров. Вот уже я показываю вам выкроенную сколотую. Перевожу видео непосредственно на рулон. Вот ширина рулона 3 метра. Он сложен в 4 слоя. И мы его видим из-за того, что он 4 слоя сложен, шириной 75 сантиметров. Но на самом деле, если мы развернем эту ширину, там будет 300 сантиметров. Теперь беру эту полосу и присбариваю ее на машинке. После того, как я ее присобрала, мои 3 метра превращаются в чуть более чем в 30 сантиметров. То есть расход фатина 1 к 10. Для получения 30 сантиметров однослойного рюша мне нужно 3 метра. Но вот такой рюш, это уже не просто рюш, это на самом деле это многослойный рюш. Ну давайте пусть это будет пушистик. Вот сколько слоев рюшей, настроченных один на другой, уходит на вот такой пушистик шириной вот в 5 сантиметров. Ширина имеет значение. Чем шире ширина, допустим, если ширина не 5, а 7-8, например, сантиметров, то нужно будет больше слоев. Так вот, на 5 сантиметров ушло 6 слоев рюшей. Соответственно, мне нужно 6 вот таких узких полос выкроить для того, чтобы получить 30 сантиметров шестислойного пушистика. Просто чтобы вы не запутались в этой терминологии, я буду делить на рюш и пушистик.